Еще один абсолютно свежий вариант – новое поколение популярного в Беларуси хэтчбека «Шкода Октавия». Салон «Шкода Октавия» остается одним из самых просторных в классе. А это, заметим, средне-малый по европейской спецификации. Во время теста мы решили проверить максимальную вместительность чеха и смогли разместить в автомобиле аж 7 представителей съемочной группы. Но главный козырь чешской премьеры – фантастический по размерам багажник. Его объем составляет 590 литров, а при сложенных задних сиденьях – 1580. Вполне понятно, что всех пассажиров в «Октавии» мы не смогли разместить. А вот удобный для погрузки проем багажного отделения порадовал. Что касается внутреннего убранства этого лифтбека, то здесь идеальным образом совмещены немецкая практичность и функциональность. При этом вы не заметите никакой вычурности, все красиво, со вкусом и вполне по-современному. Теперь все в «Шкоду». Большой плюс «Октавия» как семейного авто – ее экономичность. Бензиновый турбированный двигатель «Шкоды» объемом 1,8 литра в смешанном цикле расходует чуть более 6 литров на сотню. Но, конечно, все зависит от стиля езды. Подведем итоги нашего большого теста. Все три авто вполне могут претендовать на звание «Лучший семейный авто» 2014 года. У «Рено Лоджи» главные козыри – 7 мест, тяговитый дизельный движок и третий ряд сидений, легко трансформируемый в багажник. Все три сегодняшних автомобиля, участвующих в тесте, можно смело посоветовать для семейного человека. Но как только дело заходит до практичности, то настоящий 7-местный минивэн «Рено Лоджи» сразу вырывается вперед. У «Тойота Венза» главный козырь – высокая подвеска. По сути, это настоящий универсал с повышенной проходимостью, который оценят семьи с активным жизненным потенциалом. Здесь вам и яркая броская внешность, и практичные характеристики, и комфорт, высокий клиренс, массивные колеса, умопомрачительный дизайн – это претендент номер один на звание «семейный автомобиль». Наконец, «Шкода Октавия» нового поколения отличается особой универсальностью. В тест-драйве принимали участие 3 автомобиля. Все они были абсолютно разные в своем классе. И это здорово, что у нас получилось показать, что каждый из них готов справиться с ролью семейного автомобиля. Лично у меня был автомобиль «Шкода Октавия» последней модели, и я считаю, что этот автомобиль идеально подходит на роль семейного авто. Наши тесты и обзоры читайте на сайте программы www.ap.by. Голосуйте за самый комфортный, экономичный и вместительный авто.